Бантики, нарядные фартуки, шары – символами счастливого школьного детства эти ребята вот-вот попрощаются. Сегодня они стоят на пороге взрослой жизни, и хотя будущее неизвестно, они готовы смело двигаться вперед к своей мечте. Прощаясь со школой, ученики 24-й испытывают смешанные чувства. Есть грусть, с одной стороны, а с другой радость, что не будет больше. Становимся самостоятельными. Также страх, потому что скоро ЕГЭ. Это вообще как нож по сердцу. Девчонки лукавят. 24-я – одна из лучших школ города, в которой растят будущих ученых и инженеров. Сегодня они победители олимпиад и научных конкурсов, а завтра – будущее промышленности страны. Выпускников напутствовали первый заместитель генерального директора, директор по производству «Металлинвеста», депутат Белгородской областной думы Андрей Угаров, депутаты Староскольского совета, представители большой семьи УМК Татьяна Карпачева и Ирина Дружинина. Ребята, вы после этого прекрасного последнего звонка еще будете продолжать образование, будете получать профессию и будете и обязаны, должны занять достойное место в этой жизни. Вы наше будущее, вы лучшие, потому что вы из самого лучшего города, Старый Оскол. Несите с честью звание гражданина нашего города, прославляйте наш город и прославляйте нашу Россию. И мы ждем вас на нашем Оскольском электрометаллургическом комбинате. Удачи вам! Вперед! В этом году 28-ю школу имени Алексея Алексеевича Угарова покидают 44 ученика. Два класса, такие дружные, такие талантливые, ставшие уже родными за годы учебы. Внутри все бурлит, кипит, слезы накатываются, и очень жалко. 11 лет пролетели. И радость, и грусть одновременно. Хочется и плакать, и веселиться, не верится, что 11 лет уже прошло. Особенный этот день не только для ребят, но и для классных руководителей, которые выпускают из гнезда своих птенцов. Я всегда чувствую волнение. Это мой третий выпуск, и третий такой же любимый, как и все предыдущие. Поэтому я всегда испытываю волнение, за них переживаю, всегда думаю, как у них сложится жизнь в будущем и что их ждет впереди. «Металлинвест», шефы-металлурги на протяжении многих лет поддерживают 28-ю школу. Благодаря их вниманию в учебном заведении создана мощная материально-техническая база, помогающие ребятам развивать свой научный и творческий потенциал. Этим летом, к примеру, ремонт в школе пройдет при активной поддержке коллектива электросталеплавильного цеха ОМК. Кроме того, по инициативе депутата Белгородской областной думы, первого заместителя генерального директора, директора по производству «Металлинвеста» Андрея Угарова, компания выделила на ремонт учебного заведения 1 миллион рублей. То, что мы делаем в школе, это в первую очередь заслуга рабочих и этеровских работников Оскольского металлургического комбината. Они работают печей, станов. И вам продолжать это дело. Главное – оправдать надежды своих родителей, которые волнуются. Старайтесь, ребята, чтобы все ваши планы сбылись. Получится? Отлично. Не получится? Ничего страшного. Потом сбудутся. Вы на самом деле надежда не только нашего города, области и, конечно, нашей страны. Жить и работать по-угаровски. Этот принцип хорошо знают ученики 28-й. На торжественной линейке гости возложили цветы к барельефу основателя школы оскольских металлургов Алексея Угарова. И вот долгожданный и самый трогательный момент, когда уже трудно сдержать свои эмоции. Самой поющей линейкой можно с уверенностью назвать последний звонок в третьем лицее. Здесь выпускники признавались в любви к своему родному учебному заведению, учителям, одноклассникам. За годы учебы мальчишки и девчонки смогли получить бесценный багаж опыта и знаний, которые им предстоит применить уже в ближайшее время. Дорогие выпускники, вас ждет завтра сдача единого государственного экзамена. Все сделали педагоги. Все сделали наши шефы, ваши родители, уважаемый Андрей Алексеевич, чтобы вы сдали все
традиционно на самый высокий балл в нашем Староскольском городском округе. Один из высоких баллов вы должны получить в регионе. И мы ждем 100 бальников. Мгновение и площадь заполнили нарядные пары. Совсем скоро начнется череда экзаменов, а после бывшие одноклассники разлетятся по разным сторонам. А пока они вместе танцуют свой торжественный школьный вальс. И вот долгожданный, одновременно радостный и грустный последний звонок, который будет эхом отдаваться в сердцах при воспоминании о школьном детстве.